Всем привет. В общем, купил себе ящик для всякого автохлама. Там моющее положить, тряпочки разные, очиститель. Но во фьюжике он почему-то ездит по коврику очень-очень сильно. Ну, там пластик и пластик. В общем, решил прикупить вот такие вот штуки. Подставка под мебель, цветок называется, стоит фигню 70 рублей всего в магазине. Но очень хорошая штука. Будем теперь ее мастерить на этот ящик. Для того, чтобы он не ездил так сильно. В общем, собственно говоря, ящик вот такой вот обычный. Будет пласт какой-то. Ну и что нам нужно сделать? Так это вскрыть упаковку с этими ножками. Ну и налепить их на самоклеющейся ленте на двустороннем скотче сюда. Ну а остатки можно оставить под мебель. В общем, все очень просто. Отрывается. И очень крепкий скотч. Таким образом, ножки у нас будут препятствовать скольжению. Ну и я надеюсь, ездить он будет намного меньше. Хотя, кто его знает, это только время покажет. Как оно будет на самом деле? Может быть, этот ящик просто тупо не приживется. И придется искать что-то другое. Ну, а пока как-то так. Теперь можно загрузить в него всякий хлам. И я думаю, скольжение будет намного меньше. Ну и, собственно говоря, раньше он просто ездил, а теперь он меньше ездит. Загружаем весь наш хлам, который возим с собой. Салфеточки. И все, вперед. Да, значительно меньше стал ерзать.